Привет, друзья! В этом видео я покажу, как исправить ошибку, которая возникает в новой версии Photoshop при загрузке лута из 3D Loot Creator. Вот такой финальный цвет я накрутил в 3D Loot Creator, вот так выглядело изображение до, вот после. Отправляю данный лут в Photoshop. Появляется вот такое диалоговое окно, где Photoshop спрашивает разрешение на выполнение скрипта. Если просто согласиться, то мой лут загрузится, однако при повторной отправке лута я получу такое же предупреждение, которое будет появляться каждый раз. Чтобы это окно не появлялось, нужно следовать инструкции, которая тут же и написана. Нужно записать строчку кода в некий файл в папке с настройками Photoshop. Покажу, где эта папка находится. Вот адрес, я его укажу в описании под видео. Здесь нужно создать обычный txt-файл с именем psuserconfig. Внутри этого файла нужно написать строку warn running scripts, поставить пробел и 0. Теперь это дело нужно сохранить и перезапустить Photoshop. Если вы все правильно сделали и нигде не допустили ошибок, то все должно заработать. В Photoshop загружаю свой файл. Перехожу в 3D Loot Creator, отправляю лут в Photoshop, и мой лут сразу загружается в программу без каких-либо диалоговых окон. На Mac подобная ошибка не возникает. Ссылку на текстовый файл, который нужно создать, я также оставлю в описании видео, чтобы вам было еще проще решить эту проблему. На этом все, это был Виталий Глебочкин, всем пока!